Так, нужна ли книга твердой обложки? Значит, в свое время Троценко Павел Николаевич, автор моих книг, взял, запустил такой вопрос в эту, в сети. Нужна ли книга твердой обложки? Та же самая, только в твердой обложке. «Северный сад. Сотворение чуда». Очень нужная книга, кстати. Нужна 57. Нет, мягкой обложки достаточно, 42. То есть, получается, ее должны были вырвать у меня из рук, ну, по крайней мере. Вот сейчас она пришла, сегодня я получил. Вот она. Так. И разница скромная. Та стоит 600 рублей, это 1300. Твердая обложка, у нее намного больше себестоимости. И малый тираж. Сами знаете, чем меньше тираж, чем более штучный товар, тем он дороже. И все. Я не считал там, он что-то упоминал, то ли 40, то ли 50 на всю страну. Но она праздничная, она подарочная, она солидная. Вот. И вот это вид сзаду. Ничего, господа садоводы, прочтете мою книгу, у вас все получится. Секрет прост. Вы откажетесь от изощренной южной технологии, перестанете вмешиваться в жизнь дерева. Заставите себя забыть изуверские пыточные агроприемы. Немного поможете своим любимым деревьям, и она отблагодарит вас. Вот. Ну что, посмотрим, как я раскупать буду.